Пришла посылка от Валерия Железова. Мы ее очень ждали. Для Мирона 6 лет. Конечно. Объясняю словами. Значит, оплата получается по минимуму, а вышлю по максимуму. Почему? Вытаскиваю. Примерно десяток наименований. Я хочу, чтобы как бы опыта у них не было, но все равно, чтобы получилось, даже если каждый десятый зайдет, чтобы у них с первой попытки получился сад, иначе руки опустят. Наконец-то я открыл. Ого, какая большая. Немного тяжелая. Момент настал. Что это такое? За пакеты. Смотрим. Ого, семена. Косточки. Это косточки какие-то. А вот и книга наша. Почитаю. Блин, тут непонятно. Сумка моя здесь. Самойла Мирону от двух дедов Валериев с пожеланием продолжить наш путь к райским садам. Валерий Железов. Садовство для избранных судьбой. Тайны плодовых деревьев. Сад выдает свои тайны только на границе выживания. Санкт-Петербург. Победа, качество, здоровье 2022. Подвое. Фундамент сада. Все в одном месте. Перенос подвоев. Подбор плодовых деревьев. Районирование. Саду нужно иметь страховой фонд. Так, вот. Давай записки прочитаем. Давай, открывай пакет. А у нас еще вишня. Слива, абрикос и многое другое. Спасибо дедушкам за посылку. Я за нее очень благодарен.